Добрый день, дорогие друзья! С вами Андрей Старунов и канал Про Бизнес. Тема сегодняшнего видеоурока – это то, как закачивать ваши видео на ваш YouTube канал, используя смартфон. Прежде всего, нужно зайти в Play Market и в поиске найти приложение YouTube. Выбираете это приложение, устанавливаете его на ваш смартфон. После установки открываете. После того, как вы открыли данное приложение, вы окажетесь на своем YouTube канале. Что вам нужно сделать? Вам нужно нажать вот на эту кнопочку. То есть добавить видео. Далее вы переместитесь в папку, в которой на вашем смартфоне находится видео, и выберите необходимое для добавления видео. Ну, допустим, я сейчас выберу вот это. После выбора вы переместитесь в меню, где нужно будет указать название вашего видео, придумать к нему описание, указать конфиденциальность, то есть какой доступ будет к вашему видео, открытый доступ по ссылке, либо ограниченный закрытый доступ, и указать теги. После того, как вы все это сделаете, нужно будет нажать на кнопочку «Далее». Загрузить. И пойдет процесс загрузки. После того, как процесс загрузки завершится, вот вы можете видеть, на втором видео у меня сейчас идет процесс загрузки. После того, как этот процесс завершится, ваше видео будет доступно на вашем канале для всех пользователей. Для того, чтобы отменить загрузку вашего видео, нужно нажать вот сюда и выбрать пункт «Отменить загрузку», подтвердив его. А на этом, я думаю, все. С вами был Андрей Старунов и канал Про Бизнес. Если данное видео вам помогло, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. В комментариях указывайте, какие бы видео вы хотели видеть в дальнейшем на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. Пока-пока.